приездом. Семен Семенович. Спасибо. Извините, что так поздно. Ну, вы сами знаете, общественное дело прежде всего. В среду у нас в красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит. Какая лекция? Ну как же. Кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции – Нью-Йорк, город контрастов. Да я не был в Нью-Йорке. А где же вы были? Я был в Стамбуле. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? В ходе нашей видеоэкскурсии вы увидите очень много граждан европейской внешности. И, кстати, они говорят по-русски очень многие. Такое ощущение, что половина России приехала в Стамбул отдыхать. Конечно, инфляция очень отразилась на ценах в Стамбуле для нашего кошелька. Но, в принципе, можно и экскурсию сходить, и пожить в отеле, и посмотреть достопримечательности. Много чего изменилось. Я буду молчать, экскурсовод будет рассказывать на своем языке, потом немножко на русском, ну и кое-что покажу. لهذا السبب يسمى المسجد الأزرق وبأفضل الأمثلة من الخط العثمانيين تم بناء هذا المسجد بستة مآذن لا مذكتة سلطان أحمد ولا مذكتة صوفيا الحكمة المقدسة قد أنشئ ثلاث قد حرق لذلك ما في بقايا من أول آيا صوفيا وآخر آيا صوفيا قد أنشئ في القرن السادس تشوفون في دخول البناية من باب who conquered the Constantinopolis as strategic location that controls Sea of Marmara, Golden Horn and the Bosphorus, host treasures of Ottoman Sultan. Гости останавливались вдоль набережной. И долгое время путь движения в Константинополе, что самое интересное, было с востока на запад. Века после названия ее новая мечеть, рядом с новой мечетью есть также известный базар, где продают сладости, специи и египетский базар. А с правой стороны мы с вами видим. Судьюс де ла фига. La palabra galata proviene de la palabra glucosa, que es un elemento. ضيوف الأعزاء في القارب لدينا المشروبات وعصير برتقال الطازج وعصير الرمان الطازج والشاي والقهوة التركي وفي الطابق العليا y bellissimos retratos pintados por pintores europeos los relojes en el edificio están fijados a los 9:05 porque el fundador de la República Turca Mustafa Kemal Atatürk С левой стороны мы увидим купол, где над куполом стоит полумесяц, то есть это говорит нам о том, что это мечеть. И с правой стороны от минареты мы сейчас с вами увидим купол, где над куполом стоит крест. То есть армянская католическая церковь и мусульманская мечеть стоят рядом друг с другом.